Вы уже привыкли, наверное, к тому, что Обнинская нота никогда не ограничивается каким-то одним залом, но у нас всегда каждый год что-то по-новому, и еще никогда за эти 16 лет у нас не проходили концерты практически одновременно на разных площадках города. Буквально за полчаса до этого концерта было выступление наших гостей в Центральной библиотеке, а сейчас на эту сцену выйдут те, кто мгновенно переместится в другую часть города и будет петь уже в другом месте. Мы представляем молодежное жюри, группа «Твоя дивизия». Что ты в черном списке Сбербанка?